А далее коротко о других событиях. Запорожский военный госпиталь сегодня получил новый рентгенаппарат от Святослава Вакарчука. Напомним, в ходе состоявшегося в декабре благотворительного концерта в ночи певец собрал почти 10 миллионов гривен для помощи медучреждению. В настоящее время в госпитале на лечении находится 102 военнослужащих. На набережной в районе каскада фонтанов «Радуга» военный КРАЗ врезался в столб. Водитель не пострадал. По словам командира подразделения, у машины возникли проблемы с тормозами, и водитель принял решение остановиться, врезавшись в препятствие, чтобы избежать столкновения с другими авто. На улице Каховская «Таврия» съехала с дороги и врезалась в бетонную стену гаража. Водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. Доставать тело мужчины из машины пришлось спасателям с помощью специальных инструментов. В Запорожье участились кражи лифтового оборудования. Только за неделю в Жовтневом районе вандалы разграбили 5 лифтов. А с начала года украдено 47 тормозных катушек общей стоимостью 86 тысяч гривен. А также 450 метров кабеля на 25 тысяч гривен. В КП «Основание» призывают запорожцев быть бдительными и сообщать о подобных случаях.